Что случилось? А ты не помнишь? Я похоронил Фенрира. Потом, я не знаю, мне было грустно, потом была злоба и страх. Я помню, как бежал, а потом медведь бросился на меня. И я
на него? Но это же был сон. Твои эмоции тебя преобразили. Я не знаю, как я это сделал. Ты ничего не делал. Они взяли верх. Вот почему рано бросать тренировки. Мы не знаем всех твоих способностей. Нужна дисциплина, чтобы ты мог управлять ими. Дисциплине ты меня научил. Мне нужно больше, нужны ответы. А их у тебя нет. Их знала только твоя мать. И утаила от нас. Вдруг кто-то мог бы нам помочь? Ответить на наши вопросы о великанах и рассказать про роль Локи. Атрей. И мы бы поняли, в кого я превращаюсь. Атрей! Послушай меня. Я мог тебя убить. Пока ты не владеешь собой, мы не станем рисковать зря. Бездействие тоже риск. Ты так сказал. Забудь ненадолго, что ты отец, и подумай, как полководец. Нет! Соберись. Сюда. Ну, может, поговорим о том, что парень стал медведем? Да, поговорим. Позже. Надо восстановить защиту и вернуться домой. Погоди, а что случилось с защитой? Ты сломал. То есть ты винишь меня? Я не виню тебя, Трей. Да? А судя по голосу... Сигнала, отец. Налетчик слева. Помимо знаний языков и общения со зверями, есть у тебя какие-нибудь еще волшебные способности? Вроде нет. А Фенрир? А что он? Когда он умер, ты колдовал? Нет, я не... Но я видел свет. Я не понимаю, о чем ты? Это шуточки Фимблвинтера. Уж я их повидал. Я, кажется, вспомнил тему. Нет, не туда. Идем домой. Куда столько крови? Это твоя. Серьезно? Ну или добычи, которую ты тут протащил. От этого спокойнее не стало. Вот это.